Прошло всего 20 лет со дня смерти киевского князя Ярослава Мудрого, а едва созданное русское государство готово было рассыпаться на отдельные княжества. Между его потомками шла кровавая борьба за власть. Брат ополчился на брата, города шли войной друг на друга. А тем временем набирал силу общий враг. Половцы. Сначала кочевники грабили села на южных границах. Но пока князья сражались друг с другом, половецкие ханы, чувствуя безнаказанность, начали осаждать крупные города. Дошло до того, что половцы выдвинули неслыханное требование. Киев должен платить им дань в обмен на безопасность. Это было угрозой самому существованию Руси. Дать отпор врагу можно было лишь объединив силы всех русских земель. Князю Владимиру Мономаху предстояло совершить почти невозможное – прекратить внутреннюю вражду и, собрав объединенное войско, с мечом в руках защитить будущее Родины. В 1066 году Русью правили три сына Ярослава Мудрого, стремясь поддерживать в державе мир и согласие. А в это время вдалеке от русских земель разгоралась война. Герцог Нормандии Вильгельм, носивший унизительную кличку «Незаконно рожденный», предъявил претензии на английскую корону. Его войска вторглись в Англию. Король Гарольд II был убит, а нормандский герцог занял английский престол и отныне именовался Вильгельмом Завоевателем. Дочь убитого короля Гарольда Гита Уэссекская бежала в Данию. Когда девушка подросла, ей подыскали знатного жениха, молодого русского князя. Звали его Владимиром, и носил он необычное для русичей прозвище «Мономах». В 1074 год. Корабль был готов к отплытию. Команда опасалась того, что может начаться шторм, и торопилась выйти в море. Гите тоже было страшно, но боялась она не бури. Еще недавно принцесса, дочь английского короля, а сегодня сирота, изгнанница, она собиралась в долгий путь навстречу своей судьбе. А в Смоленске молодой князь Владимир Мономах ждал свою невесту. Всего год, как отец поставил его править городом, но иноземцев юный князь уже повидал. Заморские торговые люди на Руси не в диковину, но вот принцесса, какова она? Хороша ли собой? По-русски она не говорит, это точно. Хорошо отец молодого князя Всеволод Ярославич владеет 5 языками и сына кое-чему научил. Вот и ладья, и где-то на ней его невеста. Так в Смоленске пересеклись 3 династии – английских королей, русских князей и византийских императоров. Владимир Мономах приходился внуком великому князю Ярославу Мудрому. Отец Владимира, Всеволод, женился на византийской принцессе из рода императора Константина Мономаха. От фамильного имени матери Владимир унаследовал свое прозвище. В переводе с греческого оно значит «единоборец». Пройдут годы, и князь докажет справедливость этого определения. Он примет участие более чем в 80 битвах и походах, и почти все они завершатся победами. А имя Мономаха русичи будут произносить с почтением и гордостью. Когда маленькому Мономаху исполнился всего год, умер его дед Ярослав Мудрый. Много великих дел совершил за свою долгую жизнь великий князь. Ходил в походы, покорял соседние племена, усмирял степных врагов печенегов, строил города и храмы, создал первый на Руси писанный свод законов «Правду Ярослава Владимировича». Но перед смертью Ярослав был обеспокоен будущим своей державы. Не вспыхнут ли между его сыновьями распри за великокняжеский престол? Он помнил, как сам взбунтовался против отца Владимира Великого и воевал с родными братьями. Как избежать нового братоубийства? Ярославу Мудрому казалось, что он нашел выход. Своим преемником он сделал старшего сына Изяслава. Остальным дал в управление волости: Святославу Чернигов, Всеволоду Переяславль, двум младшим Вячеславу и Игорю Владимир Волынский и Смоленск, и приказал сыновьям слушаться старшего брата. По завещанию Ярослава после смерти Изяслава киевский стол по очереди наследовали его братья Святослав, затем Всеволод. Вслед за ними их дети, тоже в порядке родового старшинства. Так на Руси утвердился обычай передачи престола – лествичный или очередной. Лествичное право – система престола наследия в Древней Руси. Название происходит от старославянского слова «лествица», то есть «лестница». Лествичное право основывалось на представлении о том, что у русских земель нет единого властителя, и ими совместно владеют все князья рода Рюриковичей. Титул великого князя переходил не от отца к сыну, а к старшему в роду. Соответственно, по старшинству распределялись и все владения. Старшие князья правили более богатыми городами, младшие – отдаленными. Но если в Киеве менялся великий князь, сразу же начиналось новое перераспределение владений. Младшие князья поднимались в иерархии, получая в управление более богатые княжества. – 1075 год. Гита не сразу разобралась в этих запутанных правилах. У нее на родине король правил всей страной, и власть передавалась сыну. Правда, это правило часто нарушалось. Ее отец захватил престол благодаря богатству и военной силе, и, став королем, свою власть ни с кем уже не делил. На Руси все обстояло сложнее. Гита соглашалась с мужем, что замысел его деда был хорош. Все потомки Рюрика живут в мире и согласии и сообща владеют русскими землями, отчего страна должна процветать. Но на деле часто выходило совсем по-другому. Правила лествицы соблюдались, хотя и с некоторыми нарушениями, в течение нескольких веков. Но они же приводили и к разобщению Руси. Чем сильнее разветвлялось семейное древо Рюриковичей, тем больше появлялось претендентов на власть. Княжества дробились на мелкие уделы, которые передавались новым потомкам. У самих правителей оставалось все меньше общих интересов, и все неохотнее подчинялись они великому князю. Лествичное право порождало и другую проблему. Когда один из Рюриковичей умирал, так и не дождавшись своей очереди на княжение, его сыновья оставались вовсе без удела. Называли таких князей изгоями. Жили они у родственников или служили в войске, но случалось, что недовольные своей долей они восставали и пытались силой завладеть чужими землями. Первые годы после смерти Ярослава были спокойными. Русью правили его старшие сыновья – Изяслав Киевский Святослав Черниговский и Всеволод Переяславульский. Но постепенно стали возникать споры. То один, то другой правитель заявляли о своих правах. Сначала конфликты удавалось решать без крови. Но князь Всеслав, владевший полоцкими землями, решил заявить о своих правах, взявшись за меч. Всеслав Брячиславич. Властитель Полоцкого княжества, одного из самых богатых на Руси, где правил необычайно долго – 57 лет. Проводил независимую от Киева политику, значительно увеличив площадь своих владений. В слове о полку Игореве упоминается как «чародей». Получив отпор от сыновей Ярослава, он своей дружиной разграбил окрестности Киева. На саму столицу идти не решился, но напал на Псков и Новгород. Несколько дней его воины грабили и убивали. Новгород был частично сожжен. Часть горожан уведена в плен, а колокола и иконы новгородских церквей увезены в Полоцк. Новгородцы говорили, что даже река Волхов не стерпела такого поругания, и 4 дня текла вспять. С большим трудом объединенное войско Ярославичей смогло одолеть чародея. В этом походе принял участие и Владимир Мономах. Ему шел 14-й год. Сначала он стал свидетелем кровопролитной схватки между родичами, а затем коварства собственного отца и его братьев. Они хитростью заманили Всеслава на переговоры, обманом взяли в плен и заточили в киевскую темницу. Утешало лишь одно – казалось, что война закончена. Но тут на Русь обрушилась новая беда. В 1068 году с юга хлынули орды кочевого народа. Половцы – кочевой народ тюркского происхождения, к середине XI века расселившийся на огромной территории от Дуная до Сибири. На востоке были известны как кыпчаки. На Руси их звали половцами, от древнерусского слова «полова», то есть «солома», за необычный для тюрок светлый цвет волос. Половцы делились на роды и племена орды, во главе которых стояли ханы. Легкая конница кочевников, мастерски владевшая луком и стрелами, была для соседей смертельно опасным противником. Гита еще ни разу не видела половцев. Только муж и его двоюродный брат, князь Олег, без конца говорили о битвах с кочевниками. Что будет, если дикари ворвутся в Смоленск? Особенно страшно за их с Владимиром первенца. Гита помнила, чем заканчивается приход иноземцев. А что потом? Куда ей бежать? И только глядя на Владимира, такого спокойного и уверенного, княгиня чувствовала, что страх немного отступает. Половцы расселились в диком поле, огромной степной полосе между Черным и Азовским морями, после того, как Ярослав Мудрый разгромил других кочевников – печенегов. Печенежские племена ушли на запад, а половцы заняли их территорию. Тогда еще никто не знал, что с их приходом на Руси начнется череда новых войн. Первая встреча с новыми соседями закончилась мирно. Отец Мономаха, князь Всеволод, заключил с ними договор о границе. Но вскоре стало ясно, что эти договоры ничего не стоят. Кочевники нападали на русские земли, сжигая селения и уводя с собой пленников. Больше всего от этих набегов страдало владение Всеволода, Переяславль-Русский, сегодня Переяслав-Хмельницкий. Летом 1068 года отразить половецкое нашествие вышли все три сына Ярослава Мудрого. На реке Альте они встретились с войском хана Шарукана. И тут выяснилось, что противник сильнее, чем казалось. Битва закончилась разгромом русского войска. Поражение было настолько неожиданным, что князь Святослав бежал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод укрылись в Киеве. Половцы рассыпались по русской земле, опустошая села. Изяслав бежал в Польшу, и великим киевским князем стал Святослав. Всеволод сохранил за собой Переяславль и получил в придачу к нему Чернигов, второй по значению город после Киева. 15-летний Мономах не вмешивался в эту брань. Он не смел судить своего отца, но прекрасно понимал, какие опасности несут русской земле неприятельские набеги с одной стороны и княжеские междоусобицы с другой. Времена единства Руси уходили в прошлое. Наступала тревожная эпоха, наполненная звоном оружия. Смоленск. 1077 год. От мужа Гита давно знала, что враги его родины – люди из степи. Поэтому отказывалась понимать, что воевать он будет не с половцами, а с Олегом. Тем самым Олегом, который крестил их сына. Она уже ждала второго ребенка, а муж шел сражаться со своим другом и двоюродным братом. Неужели этот поток крови никогда не остановится? Олег Святославич. Четвертый сын Святослава Ярославича. Как друг Владимира Мономаха, стал крестным его первого сына Мстислава. Вместе со своими братьями был зачинщиком ряда междоусобных войн, приглашая в союзники половцев. В качестве платы отдавал половецким ханам захваченные земли в грабеж. В слове о полку Игореве назван Гориславичем за страшный вред, что он принес русской земле. Бывшие друзья Владимир Мономах и Олег Святославич превратились во врагов в одночасье. В 1076 году в Киеве умер Святослав, отец Олега. На родину из Польши поспешил изгнанник Изяслав. К тому моменту отец Мономаха Всеволод успел въехать в Киев, но решил уступить его старшему брату, как законному владельцу, и довольствоваться Черниговым. Но сыновья Святослава во главе с Олегом не пустили Всеволода в Чернигов. Они заняли город как свою вотчину и приготовились к войне. Олег позвал в союзники злейших врагов Руси, половцев, и дружину своего двоюродного брата Бориса Вячеславича, князя далекой Тмутаракани. Всеволод принял бой, но потерпел поражение. Тогда он обратился за помощью к брату, киевскому князю Изяславу, и к сыну, Владимиру Мономаху, князю Смоленскому. Владимиру идти на эту войну было тяжелее, чем прочим. Олег не просто приходился ему двоюродным братом, он был его верным другом и крестным отцом его сына Мстислава. Но отказать отцу Владимир не мог. Как и другие князья, он все глубже погружался в пучину братоубийственного конфликта. Исход противостояния решила битва на Нежатиной Ниве под Черниговом. 3 октября 1078 года дружины Всеволода, Владимира и Изяслава стали против воинов Олега и Бориса Тмутараканского. Олег колебался до последнего. Когда войска уже выстроились в боевой порядок, он предложил Борису попробовать решить дело миром, но тот рвался в битву. Зачинщики смуты потерпели поражение. Борис погиб, Олег бежал в Тмутаракань. А в стане Ярославичей получил смертельное ранение киевский князь Изяслав. Это значило, что отец Мономаха становился старшим в роде и получал титул великого киевского князя. Сам же Владимир получил от отца Черниговское княжество, за которое велась война. Но междоусобицы и тут не прекратились. Олег не желал смириться с потерей своих вотчин и собирал войско. Вновь вооружился освобожденный из тюрьмы полоцкий колдун Всеслав Брячиславич. Неспокойно было и на Волыни, и в Новгороде, и все чаще князья-соперники звали в союзники половцев. Мономах по-прежнему считал половцев главной опасностью для Руси. Много раз он пытался решить с кочевниками дело полюбовно, но не мог добиться твердого мира. Над каждым племенем стоял свой хан. С некоторыми из них можно было договориться, но уберечься от нападения остальных не получалось. В 1093 году, когда Мономаху исполнилось 40 лет, умер его отец, киевский князь Всеволод. Бояре знали, что киевляне любят Владимира. Они советовали ему занять великокняжеский престол силой, убеждали, что народ его поддержит. Однако по старшинству право княжения принадлежало сыну убитого Изяслава, Святополку. Едва ли впервые на Руси князь ради мира добровольно отказался от власти, которая, казалось, сама шла к нему в руки. Великим князем стал двоюродный брат Владимира, Святополк II Изяславич. Святополк также горел желанием разгромить половцев, но он слишком торопился. Победить кочевников можно было только сообща, установив мир на своей земле. Но над русскими князьями, казалось, давлеет какой-то злой рок, который всякий раз приводил к катастрофе. Все началось с того, что в Киев прибыло посольство от половцев. Они требовали от Святополка ни много ни мало выплаты дани, и при этом условия обещали не трогать Киев. Еще никто не осмеливался ставить таких условий русским князьям. Возмущенный Святополк бросил послов в темницу. Узнав об этом, кочевники взяли в осаду город Торческ. Святополк стал готовиться к походу, призывая родичей объединить силы. Но большинство князей идти на войну отказалось. Их города находились далеко от степи, и князья надеялись, что половецкое нашествие не достигнет их земель. Среди тех, кто откликнулся на призыв, были Владимир Мономах и его младший брат Ростислав. Успеха от этого похода Владимир не ждал. Слишком уж малое войско удалось собрать. Но уступить врагу сейчас значило завтра полностью покориться ханам. Гита снова прощалась с мужем. Ее трое сыновей – Мстислав, Изяслав, Святослав – уже стали воинами. Роман и Ярополк скоро тоже пойдут в походы. Даже 10-летний Вячеслав, прощаясь с отцом, просил взять его с собой. Княжеские дети взрослеют рано, а главное дело князя – защита своей земли. Прибыв в Киев, Владимир и Ростислав отправились в Печерский монастырь, чтобы перед походом помолиться у гроба преподобного Феодосия, основателя Печерской обители. Печерский монастырь был основан в середине XI века монахами Антонием и Феодосием на месте пещеры, вырытой для уединенных молитв священником Иларионом, будущим киевским митрополитом. В 1688 году получил статус лавры, то есть монастыря, имеющего особое историческое и духовное значение, и под именем Киево-Печерской лавры известен до наших дней. После посещения монастыря Ростислав и его люди спустились к Днепру. Здесь они встретили монаха Григория, который пришел к реке за водой. Дружинники стали потешаться над схимником, на что Григорий произнес с печалью: «О, чадо мои, вам бы нужно иметь умиление и многих молитв искать, а вы зло делаете. Не угодно это Богу. Плачьте о своей погибели и кайтесь в согрешениях своих, чтобы хоть в страшный день принять отраду. Суд уже настиг вас. Все вы и с князем вашим умрете в воде». 23-летний князь Ростислав был горяч и скор на решение. «Врешь, старик, сам ты умрешь от воды». Его воины совершили невиданное преступление. Старца Григория связали и бросили в Днепр. Войско выступило в поход. Мономах предлагал князьям уклониться от сражения в чистом поле, не переходить полноводную весной реку Стугну и ждать половцев на укрепленной позиции. Однако Святополк остался непреклонен. Никакой обороны, только наступление. 26 мая 1093 года силы Святополка и черниговские воины Владимира Мономаха расположились на флангах. Центр заняла дружина Ростислава. Половецкая конница сначала нанесла удар по киевлянам и смешала их ряды. Следующий удар пришелся по полкам Ростислава. Те дрогнули и побежали. Но отступать было некуда. Позади река. Когда побежденные русские ратники пытались переплыть Стугну, хлынул проливной дождь. Пророчество печерского старца исполнилось в точности. В воде нашли свою смерть все, кто насмехался над схимником и злодейски лишил его жизни. Владимир пытался спасти Ростислава, но едва не погиб сам. Доспехи потянули его ко дну. Верные дружинники успели вытащить своего князя на берег. Торческ пал. Его жителей кочевники увели в рабство, а город сожгли дотла. Вслед за этой бедой пришла другая. Когда Олег узнал о поражении при Стугне, он решил, что его час снова пробил. 16 лет он жил в изгнании, мечтая отвоевать у Владимира Чернигов. Мономах полюбил этот город, укрепил его новой стеной, украсил храмами. И вот над Черниговом снова сгустились тучи. В 1094 году Олег привел под его стены единственных союзников – половцев. Они взяли Чернигов в осаду и принялись разорять окрестные земли, сжигая села и монастыри. Владимир с семьей был заперт в Чернигове. Ему предстояло либо выйти с дружиной из города и драться с двоюродным братом, либо отдать ему свой город. Он хотел лишь одного, чтобы язычники никогда не увидели княжеского позора, того, как сражаются друг против друга православные братья. После 8 дней осады, чтобы спасти город, он уступил Чернигов Олегу и произнес фразу, ставшую знаменитой: «Не хвалитеся поганым». Из поучения Владимира Мономаха. «И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова, и ехали сквозь полки половецкие, около 100 человек с детьми и женами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах». А Гите хотелось посмотреть в глаза Олегу, который крестил их с Владимиром сына, а теперь, приведя с собой кочевников, выгонял ее детей из дому. Олег сел в Чернигове. Заплатить половцам за услуги ему было нечем, и он предоставил им полную свободу грабежа по всей Черниговской земле. Мономах с семьей отправился в Переяславль, город, где прошло его детство, но покоя князь не обрел и там. Вскоре Олег со своими братьями отобрал у Мономаха Смоленск, а затем и Муром. Владимир отправил сына Изяслава в Муром, чтобы вернуть город. 6 сентября 1096 года под его стенами 17-летний Изяслав погиб на глазах своего двоюродного дяди Олега. Олег этим не ограничился. Он занял даже самые дальние вотчины Мономаха – Ростов и Суздаль. Лишь вмешательство старшего сына Мономаха, Мстислава, с новгородским войском заставило Олега оставить захваченные области. Добрую половину времени, которое Владимир провел на княжеском престоле, он боролся с бывшим другом. Уступал Олегу, когда мог, и сражался, когда того требовал долг. Но даже теперь, потеряв сына и имея достаточно сил, чтобы отомстить за него, он думал не о возмездии. Владимир писал Олегу о мире. «Дивно ли, если муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших. Не хочу зла, но добра хочу братья и русской земле. Душа моя дороже мне всего света сего». Первая попытка к примирению произошла в 1097 году в городе Любичи, где встретились 6 князей, включая киевского князя Святополка, Владимира Мономаха, Олега Святославича и его брата Давида. Чтобы прекратить усобицы, они узаконили правило: каждый додержит отчину свою, то есть ту землю, которую получили от Ярослава Мудрого и их отцы. С противостоянием Олега и Владимира было покончено. Но Любичский съезд не принес мира. Поводом для нового междоусобия стало неслыханное преступление – ослепление князя Василько Ростиславича Теребовольского. За спиной совершивших преступление, по мнению большинства участников тех событий, стоял Святополк Киевский, а приказы отдавал Давид Игоревич Владимир Волынский. Война вспыхнула вновь, и чем больше братской крови проливали русичи, тем смелее становились половцы. Хан Баняк едва не осадил Киев, придав его окрестности страшному разорению. Сожгли пригородный великокняжеский дворец и Печерский монастырь. Мономах настиг половцев на реке Трубеж. В этой битве нашел свою смерть половецкий хан Тугаркан, оставшийся в былинах под именем Тугарина Змеевича. Но силы половцев по-прежнему были велики, а русские князья оставались разрозненными. И тогда Владимир решил объединить страну не оружием, а словом. В августе 1100 года в городок Уветичи, неподалеку от Киева, по настоянию Мономаха съехались старшие князья Рюрикова рода. За ослепление Василька князя Давида Игоревича лишили волынской волости и изгнали со съезда. Ослепленному Васильку вернули Теребовль. Князья, по выражению летописца, сотворили мир меж собою, положив конец междоусобице. Узнав об этом, половецкие ханы встревожились и предложили русичам заключить мир. Святополк согласился на встречу. Она состоялась у городка Сакова, что в те годы стоял на реке Золочи под Киевом. Посовещались, дали друг другу клятвы в вечном мире и разъехались по домам. Владимир был против этого мира и оказался прав. Ровно через год хан Баняк напал на земли Южной Руси. После этого общий поход на половцев стал неизбежным. 50-летний Мономах, ставший уже настоящим лидером среди князей, снова призвал их собраться, назначив местом встречи Долобское озеро рядом с Киевом. Долобское озеро и речка Залоча, где проходили съезды князей, сегодня не существуют ввиду сильного изменения русла реки Днепр. По мнению историков, они находились на левом берегу Днепра в пределах нынешней черты города Киева. Март 1103 года. Князья внимательно слушали Владимира, но не спешили соглашаться. У каждого свои заботы, а Мономах предлагал идти войной на степь. Далеко и опасно. Половцы там у себя дома. Особенно возражали киевляне, святополк с боярами. Собирать войско весной значило оторвать крестьян с лошадьми от пашни. Но Мономах был тверд. Сейчас или никогда. Если не дать степнякам отпор, то скоро пахать землю будет вовсе некому. Воодушевленные речью Владимира в поход выступили почти все. Не пошел лишь Олег Святославич, сослался на болезнь. И все же на Долобском озере впервые в истории русские князья согласились объединиться в борьбе против внешнего врага. Начиналась война с половцами. Едва на Днепре завершился ледоход, объединенное войско выступило в поход. Конница шла берегом, пехота на ладьях. У острова Хортица, рядом с днепровскими порогами, русичи оставили корабли и двинулись по степи на восток, к Азовскому морю. В начале апреля войска вышли к реке Сутень. На рубеже XI и XII веков основой русского войска была конная княжеская дружина, делившаяся на лепшую или старшую и молодшую, то есть младшую. В старшей служили бояре и ближайшие княжеские сподвижники. Младшая дружина состояла из отроков, гридей и детских, то есть совсем молодых воинов. В случае необходимости городское вече созывало народное ополчение, которое сражалось в пешем строю. Служили в русском войске и наемники, варяги, а также кочевники из разных племен, среди которых были и половецкие воины. Имели русские княжества и ладейный флот. Мономах послал вперед сына Ярополка с отрядом и ждал от него вестей. Когда вдали появился гонец от сына, Владимир сам поскакал ему навстречу. Ярополк не подвел отца. Он подстерег хана Алтунопу, возглавлявшего сторожевые части степняков, и уничтожил весь отряд вместе с ханом. Но главные силы врага уже приближались. И двинулись полки половецкие, как лес. Конца им не было видно, и Русь пошла им навстречу. Так, по словам летописца, началось сражение. Мало кто мог выдержать удар конницы кочевников. Своей мощью и быстротой она напоминала сход горной лавины. Но весной кони степняков ослабли после голодной зимы, и стремительного удара не получилось. Пробить сомкнутый строй русских щитов и копий враги не смогли. В ответ ударила с флангов русская конница. Разгром был ошеломляющим. Точное число погибших неизвестно, но одних только половецких ханов в этом бою погибло 20 человек. Победа на реке Сутени сломала хребет половецкому нашествию. Отныне русские дружины сами ходили на степь, не давая ханам собраться с силами. 1107 год. Прошло 4 года. Мономах готовился к новому походу. Русское войско окрепло в боях. Князья и воины набрались опыта. Но ничто не могло заменить самую главную потерю Мономаха. Смерть забрала у него Гиту, его надежду и опору во всех испытаниях, мать 6 его сыновей. В поход отправлялся 54-летний вдовец. Смерть принцессы Гиты Уэссекской вызывает споры среди историков. Однажды сын Мономаха, Мстислав, получил тяжелую рану на охоте. Медведь распорол ему живот. Гита всю ночь молилась за него святому Пантелеймону. Мстислав увидел во сне юношу, который пообещал его исцелить. Наутро юноша, похожий на святого Пантелеймона, наяву пришел к больному и вылечил его. После этого Гита дала обет совершить паломничество в Иерусалим. Якобы отправилась туда и умерла в Палестине в 1098 году. Другие историки полагают, что она окончила свои дни в 1107 году в Смоленске. Войско Мономаха подошло к реке Сула, где его встретили заклятые враги. Ханы Баняк и Шарукан воевали еще с его отцом Всеволодом. После неожиданной атаки русичей половцы обратились в бегство. Этот разгром испугал других половецких властителей. К Мономаху прибыло посольство, и князь заключил мир с кочевниками. Большинству племен уже не приходило в голову нарушать соглашение. Но еще жив был Шарукан. Еще жаждал мести Баняк, потерявший в бою родного брата. Владимир понимал, сколь хрупким может оказаться затишье на русских границах, и готовил новый удар по Великой Степи. Весной 1111 года объединенная русская армия направилась в сердце половецких земель, на ставку Шарукана, город Шарукань. Во главе своих полков шли Владимир Мономах, Святополк Киевский и полоцкий князь Давид, сын того самого Всеслава Чародея, а ныне зять старшего сына Мономаха, Мстислава. Замысел новой войны поражал своим масштабом. Еще никогда русские воины не заходили так далеко на восток. Над степью разносилось молитвенное пение. Войско сопровождали священники. После нескольких сражений Шарукань сдалась, но русские потеряли слишком много воинов. Заканчивалось продовольствие, а навстречу надвигалось огромное неприятельское войско. Поражение означало смерть, либо плен. Отступать было некуда, вокруг лишь дикая степь. Мономаху оставалось только побеждать. Побеждать во что бы то ни стало. После боя к Владимиру привели пленника. Мономах спросил, как же при такой силе степняки не смогли одолеть поредевшее русское войско. Половец отвечал: «Как мы можем биться с вами, когда некие ездили вверху вас в оружии светлом и страшном и помогали вам?» Божьей помощью и заступничеством свыше объясняли русские эту победу, полную и безоговорочную. Спустя год князь отправил своего сына Ярополка в Великую Степь напомнить поганым о силе русского оружия. Но тот вернулся с неожиданной вестью. Степь была пуста. Снова открылся путь купеческим караванам. С оживлением торговли богатели посады. Отстраивались разоренные приграничные города. А князю, подарившему родной земле процветание, предстояло подняться на последнюю, самую высокую ступеньку лествицы. Весной 1113 года к Мономаху прибыл посланец из Киева. столица восстания. Князь Святополк умер. Бедняки бросились громить дворы состоятельных горожан и особенно ненавистных ростовщиков. Не было в киевлянах согласия. Одни звали на великокняжеский стол Давида Черниговского, а другие стояли за Владимира Мономаха. Но Мономах оставался верен себе. Давид старший. По закону, данному Ярославом Мудрым, ему и управлять столицей. Однако Давид не спешил ехать в Киев. Бунт ширился. Народное вече призывало на стол Владимира. И он пришел, чтобы спасти свою отчину, город, где княжили его дед и отец. Невероятно, но впервые в русской истории законные наследники Давид и Олег Святославичи не выступили против. До конца своих дней князь Владимир прочно держал власть над всей русской землей. Влияние человека, который покончил с междоусобицами и победил половцев, было огромным. Даже византийский император в знак уважения преподнес князю богатые дары. Позже это породило легенду о шапке Мономаха. Шапка Мономаха – золотой остроконечный головной убор с соболиной опушкой, увенчанный крестом и украшенный драгоценными камнями. Символ русского самодержавия. Надевалась при венчании на царство. Вопреки легенде, отразившейся в названии шапки, она не принадлежала князю Владимиру, а была создана гораздо позднее. Хотя Мономах никогда не надевал знаменитую шапку, символ власти и единства русских земель, она не случайно названа его именем. Сама жизнь князя была призывом к миру и согласию. До наших дней дошло его поучение, нравственное завещание потомкам, где он делился опытом, учил, как управлять государством и ради чего жить. Из поучения Владимира Мономаха. «Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их покаянием, слезами и милостынею». Владимир Всеволодович Мономах умер 19 мая 1125 года. Спустя 7 лет скончался его сын и наследник Мстислав Великий, последний князь единого русского государства, их с Гитой первенец. Потомки пренебрегли заветами Мономаха. Междоусобные распри возобновились, и Русь окончательно раскололась на несколько независимых княжеств. А вскоре пришла еще более страшная беда. На русские земли обрушились монголо-татарские орды. Почти 300 лет понадобилось, чтобы сбросить ненавистное иго. И произошло это лишь после того, как все силы Руси объединились против общего врага, так же, как некогда при великом князе Владимире Мономахе. Князе, который никогда не искал власти. Князе, который отдал все, чтобы принести мир своей земле.